Окей. Запустил я трансляцию. Она работает. Чё, как зрители? С вами Гагатун, Юзя и Своти. И кто-нибудь из вас хоть что-то могли бы сказать, да? Вы думали, что думали, я продолжу снова речь какую-то свою. Да. Да, сегодня мы стримим Electronic Arts. То есть мы на протяжении сегодняшнего сегодня стримим различные конференции, но сейчас должна идти Electronic Arts. И что? Пока что нам просто предлагают смотреть. Поэтому... Короче, они будут хвастаться тем, что у них большой пинус, и у них есть лицензия на Star Wars. Ты опередил мой вопрос. Я хотел сказать, давайте подумать, что же... И ты уже сразу же! Я хочу продолжить тему про пинусы. Я думаю, они будут хвастаться тем, что у них не один пинус, а целых два, и они взаимодействуют друг с другом. Но я на... концов, я надо хотел, быть толерантным. Я хотел так сказать, но... Я спасибо, пошутил на своем анонсе стримов. Я сказал, что Electronic Arts будет хвастаться тем, что у них больше всего геев работает в индустрии, в их фирме. Ну, потому что это так. Это статистика. Но, да... Battlefront, Need for Speed, Mass Effect. Большего ждать. Вы видели, там был плеер нарисован. У них прекратилось это был плеер. Они... Я тут что понял? Мне нужно это слева делать. Вот тут, здесь вот это нужно делать, потому что у многих людей, нет, они на полном экране смотрят, и у них чат справа и слева, и им неудобно смотреть. Ведь так чат? Я понимаю, вот людям удобно, тем, кто на полном экране смотрит с мобильничков, вот им прикольно. Они за реакциями смотрят и за мной. Так что чат я оставлю. Но, как я понимаю, если они смотрят просто за браузером, то у них чат тут. Окей, ты меня теряешь. Ты меня теряешь. Все, это я чат. Ты со своими чатами уже, честно. Жалко, у меня второго монитора нет. Теряем его. Теряем. Разряд. Ну ты, этот, я думаю, что ты анбоксинг делал своего нового компьютера. Ты же его вроде заказал. Анбоксинг я делал месяц назад, и я делал его прямо вот с камеры, которую сейчас снимаю. Вот, камера, типа, которую использую. Типа, а как там моя материнка? Чё? Завтра приедет вечером. Я такой испугался, думал, они сегодня вечером должны были прийти. Мне уже позвонили, завтра приедет вечером, я уже все снял, так что завтра оплачу. Все, куль. Если у вас тормозит стрим, просто уберите чат, и вас не будет тормозить. Началось, что ли? Ой, ёпт. А где? Нет, они пока что музыку крутят. Ну, да, пока они музыку крутят, и все, и логотип свой. Ну, пока да, но они докрутили до этого, просто они стали голосом говорить, и я запустил трансляцию, чтобы ничего не упустить. Потому что помните, как прошлую трансляцию они взяли, и неожиданно в первых же кадрами показали Battlefront, и потом ничего не говорили о Battlefront в течение всей... конференции. Ну там тогда не было ничего в Battlefront как бы крутого. Но все равно. Просто было. Это было обидно. Я сидел, ждал, потом бац, уже Battlefront идет и уже все. Все. Там он короткий же тизер этот был, че ты? О, что ты говорит? Нет, еще. Все, не хватает больше мест, ребята, нету мест. Ставок больше нет, сели все и смотрим. Все, кто не поместились, блять, пошли вон. Ты че тут делаешь, ты? Кто? Ло, кто? Ло, пошел отсюда! Пузан, пошел! Все. Пузан. И девочку свою забери отсюда. Это моя жена такой, да похуй, забери. О, сейчас, не, стоп, я хочу вот этот момент включить. Какой момент? Вот этот момент. Вот этот момент? Вот это? Вот это вот момент? Или вот этот? Все, присели, сейчас будет конференция. Тихо. Че, тихо. Я не знаю, что ты там у себя включаешь, что здесь ничего не происходит. Все. Я хотел этот моментик включить. Ну они там, видите, они всем столики поставили, журналисты сидят, у всех ноутбуки так. Это у них прям удобно, круглые столы, и у всех ноутбуки стоят. VIP. Чувствуешь себя VIP. Видишь. Че ты DDoS видишь? Доху видишь, говорю, доху. Да, конечно, вижу, ладно. Я помню, как мы на прошлой конференции тебя искали там. Да, мы сидели. А мы на Gamescom'е сидели. Ну, на Gamescom'е мы тоже искали, да, и на E3 искали. А, Gamescom я поеду в любом случае, так что я покричу там. А ты поедешь на Gamescom? Mm-hmm. Ну да, если меня пригласят. У меня же есть аудитория, так что меня могут пригласить. Могут, есть такая маленький шанс, что все-таки тебя пригласят. Ну, блин, Electronic Arts, what the fuck, ничего, перезапускай трансляцию. Блин, у меня так далеко чат, это пипец. Чтобы начать ее с чего-то интересного, а не вот этой параши. Я, наверное, перезапущу трансляцию, потому что... О, я вот так... Мы уже сидим 5 минут, окей, сейчас что-то стало начинаться. Окей, ладно, я перезапущу, или ладно, не буду перезапущу. Отсчет нашел. Хер с ним, будем тогда смотреть на отсчет. Сколько у тебя секунд?
30, 20. Ой, я вот так вот сейчас чат поставлю, 15, у меня ноутбук даже не было. Не, у меня потому что 21 сейчас, 20. Ну я вас немного опережаю. 15. Я немного вас опережаю, значит, потому что у меня уже 10. 9, 8, 7. Не, брось. Скейт, никаких скейтов. Никаких скейтов. No skate allowed. Только пинусы будут трястись и все. Пинусы в пинусы. С другими пинусами. Побольше пинусов. Понял? Да, да. И чего спалил? Там Юсус Смал, доброе утро. Вау, спалил скайп. Тут начинается, ребята, тут... Че это? Это Star Wars или Battlefield какой-нибудь? Да, Star Wars. Это не похоже на Star Wars. Это скорее Mass Effect тогда какой-то. Но почему музыка такая? Ну это как-то очень странно. Музыка, да, как будто это какой-нибудь Prey 3. Да, да, да. Prey 2. Да, это Mass Effect. Это что, Crysis? Ты точно? Это Mass Effect, Mass Effect скорее. Похоже. Это Mass Effect? А чё это за Mass Effect такой? Мне не нравится, мне не нравится такой Mass Effect. Мне не нравится же. О, чё за музон вообще? Где канон? Нет канона, просрали в третий всё уже давным-давно. Да. Почему он в полном костюме сидит, когда он на своей базе находится? Ты сейчас камеру, что ли, застрелишь, идиот? Я испугался, он такой, ему так похер на зрителей. Ну, это, конечно, да, но он... И чё? А, окей, чё-то пошло. Это графика игры хоть? Не, очень. Нет, это пререндер. Ну, выглядит немного как графика игры. Да. Hello? Не могут. У меня Source, короче, у меня не работает Source на моем компьютере, перестал работать почему-то. Ну, это выглядит прикольно. Ну это вроде геймплей. Это на движке игры, я имею в виду. Ну на движке игры, да, но блин. Ну начали с этого Андромеда, Mass Effect Андромеда. Это не Шепард. Нет, это не Шепард. А, Андромеда, то есть они типа другая галактика, поэтому. 2015, то есть в этом. Или 16-й. Тихо. Этот понтовый хер вышел. Мы в Лос-Анджелесе находимся, если вы не знаете. Спасибо, что смотрите нас по интернету, и спасибо всем, кто здесь находится. Мы очень рады показать вам... Нет, мы очень рады комьюнити и журналистам, которые ставят нам 10 из 10, потому что мы платим им деньги. Мы также очень рады, что... К нам приехали школьники. Посмотрите на меня, я очень люблю видеоигры. Видеоигры. Он выглядит как какой-то близнец Бекхэма. Ну, серьезно. Который не забрел ни на ту конференцию. Который немного гей. Ну и Бекхэм как бы тоже немного. Все, что это показывали, это все хуйня. И будет хуйня, я уверен. Давайте поговорим о чем-то еще, кроме игр. Мы думаем, что мир стал лучше, когда от нас ушел, как говорит Ело, который работал. Мир стал лучше. Мы живем, чтобы играть, и это движет нами, чтобы создавать новый опыт. Не, ну злой он какой-то, я бы не купил у него игру. Рот у него. Рот у тебя злой, тебе денег не дадут. Денег не дадут. Все хуйня, давай по новой. Потише его сделать, он бал-бал-бал. Я наоборот его прибавил, потому что не слышит, что он мемлит. Но он пока что просто buzzwords. Да, buzzwords. Следующие... Сколько минут? Но ты... Три оригинальных IP. Он обещает три оригинальных IP, два из которых будут какие-нибудь спорт. Или free-to-play. И один может нормальный. А люди почему-то от Electronic Arts требуют копателя онлайн 2. Почему? Просто глупый, потому что. Звездные войны! Да! Ну это плохой признак, они начинают с самого сладкого видео. Ну все, это год Звездных войн, сучечки! И знаете, у кого прямо на Звездные войны? У нас, сучечки! Вы все DLC сейчас купите, сучечки! И в финале мы покажем Battlefront! Мы вам в финале Battlefront только покажем. Никакого Battlefront до конца конференции. Досидите!
Поняли? Вы тут все досидите. И парень такой, блядь. Вы знаете... Он не говорит ничего, тут толку интересно. Вы знаете, сколько вы сейчас спорта насмотритесь? Да вы по телевизору в жизни столько спорта не смотрели, сколько там. Это, ребят, там написали в чате, копатель офлайн. Как тебе такая идея? Как SimCity онлайн. Ну ладно, не важно, короче, это такая шутка. Есть игра прямо майнер. Придется объяснять. Майнер онлайн есть такая игра. Да похуй, спасибо вам. На каком Mass Effect будет говном. Пусть он на движке будет самого Иисуса. Это ему не поможет никак Mass Effect. Need for Speed! Ого, на Need for Speed! На самом деле Need for Speed был более... Видите, это на движке игры. Вот эти волосы тоже на движке игры. Да? Не знаю, я не думаю. Там написали, что это типа in-game footage. Это in-game, но это не говорит о том, что это... Это реально in-game такой? Вот это ингейм? Хорошо. Нормально. Это выглядит как... Нормально, короче. Не, ну это выглядит очень-очень фотореалистично, на самом деле. Ну это да, но... Что-то пиздёшь. Да мне тоже кажется, я уже привык к тому, что все пиздёшь. Либо вся игра будет в темноте, либо это пиздёшь. Я думаю, что они вернутся к истокам, будут вот эти живые актеры. Но будут машины, вот именно такие в игре, ты будешь кататься, и там будет тёлочка подходить к твоей машине и говорить: «Эй, нам нужно замочить!» Я тебя отсосу, только задави меня. Я тебя отсосу, но у нас у игры рейтинг не тот, поэтому ты ничего не увидишь. А, да-да. Отсосу за кадром. Я бы хотел, как в этом, игре от Намко гоночки, где ты подвозил тёлочек и смотрел их стриптиз, и там несколько стадий стриптиза. Смотрите, мы играем за силуэты. Вау. Силуэты главные герои, ребята, силуэты! Так, блин, а геймплей-то будет? Я как Шайа Лабаф. Да. Посмотрите, да, мы поняли, спасибо. Новый Need for Speed. Вы видели этот CGI, новый Need for Speed. Нет, это графика игры. Машины были игровые. Актеры нет. 20 лет вместе соединяем. В самый лучший Need for Speed на свете. Верите нам, верите? Пожалуйста, поверьте нам. Они просто могут писать in-game, это не значит, что будет как бы... Тут будет полная кастомизация, кстати. Они показывали, что тут будет наконец-то кастомизация машин, как раньше. Когда последний раз была нормальная кастомизация? Вы видели это CGI? Тут два раза больше, чем в Rivals город. Куча районов, куча всего. Вы можете все это еще можете выходить из изучать, да. Переключаться между тремя персонажами. И стрелять потом, да. Летать на вертолетах, на самолетах, а еще мы открываем Need for Speed Online. Ну, они как раз и говорят, типа, что у нас такой графон, что вы задаетесь вопросом, это реальность или графон. Набрать классы, да. Ну, кажется, это графон, это очень... Только это явно не Frostbite. Это же не Frostbite. Ну это какой-нибудь Frostbite 4.0. Новый совсем? Нет, вроде. Обряд Батрикс. Почему нет? Появится. Пускай геймплей покажет. Чтобы ты покатался и увидел. А не было же анонсов Battlefield никакого, не? Нет, и не будет, они Battlefront делают. Вот это будет прикол, если, короче, все анонсы будут, это будет CGI, пререндер. Но это не пререндер же был. Ну ты чё? Через 50 минут Battlefront, они даже пишут, типа, ну не уходите. Ну это кадры из игры, ты чё? Ну, кадры из игры. Знаешь, как с кадрами из игры бывает? Эти кадры, которые они показывают... Понимаешь, в чём дело? В игре не будет дня просто. Будет всегда ночь. Это в свое время, из-за чего Underground сделали. Underground выглядел... Он выглядел офигенно, но потому что они смогли очень сильно урезать настройки, что ты всегда ночью, и этот асфальт блестящий, они тоже сделали из-за всего этого. Вот я поэтому и подумал, что вначале типа вся игра будет ночью. Оказывается, Underground 2 был ночью, что ли? Он всегда был, да, он все время там ночь. И в первом, и второй части. Точно, точно. Я думаю, что они из-за этого смогли такие модели сюда вытащить. Может быть, я верю теперь. Сейчас геймплей покажут. Ну давайте. Pre-alpha footage. Ох, ну давай, покажи. Давай, чтобы я pre-alpha footage. Вот это модели. Just do it.
Но рассказывает, какая кастомизация охуенная здесь. Рассказывает, как его с зеленого экрана вырезали. Я думаю, это не зеленый экран, это, по-моему, они по-настоящему там стоят. Нет, зеленый экран. Ну, не каждую волосинку видно, так на зеленом экране не вырежешь. Да не. Вау, это в игру перешло? Вот я видел зеленый экран. Видели, как это плавно в игру перешло? Да, вы это видели? Да, это круто. Не, не плавно, я видел, как там подгрузилось. Ну... Ой, ой. Не, правда, я видел, как подгрузилось. Смотри, какие капельки, смотри, какая кастомизация. Можно каждую шину поменять. С капельками на ней. Ты ставишь, она уже вся закапана. И ты такой, как так? Откуда идет этот дождь? Такое мокрое. О, да. А, да, чтобы это... Ты такой стоишь, такой, откуда капает? Я же все починил. Эта игра настолько влажная, что ее рейтинг только 18+. Эта игра такая же важная, как трусики твоей подружки. Вот, вот, не ожидали, не ожидали. Смутнес, прям фотошоп в моем NPS, круто. Фу, уже готовые там поставил, нет, бы самому закастомизировать. Рокет Банни, ну кто это делает? Ну наконец-то кастомизация, сколько лет прошло, что они кастомизацию забыли просто. Хулиган. Ой, лет 10 прошло, наверное. Со второй части, наверное, не было. Чё они крутят? Боже, сделайте что-нибудь. Yo, guys, some big names in town. Let's get out there and get Найс. Выглядит клёво. Слушай, ну если это... Ну да. Если это ещё чувствуется, машина будет, это будет охуенно. Ну, сейчас, наверное, перейдёт к геймплей. Вау. Ну это найс. Это возвращает меня на 10 лет назад. Даже больше. Ну да, на 10 лет назад BAM Underground в 2005 вышел. А замедление нет? Как что за странная такая камера по поворотами? Ну, типа так дрифт. Просто погружение твое, да. Да. Ну мне нравится эта камера. Ты видишь изгиб. Ну это выглядит круто, но у них подлагивает все равно. Что-то меня голова кружится от этих дрифтов. Я думаю, это отключить можно было. Это может мешать, я не знаю. Ну когда по лицу они проехали, там реально... Я чувствую прям скорость. Нихуя себе, окей. Не, мне кажется, дрифтовать так удобнее будет все-таки. Вау. Ну это выглядит круто, мне нравится. Это нравится мне. Еще музончик как-то. Он приехал последний, по-моему. Кем он там приехал? Или там была суть в дрифте? Мне кажется, это была дрифт-миссия какая-то. Старые добрые утюги. Возвращается. Врезался уже раз 300 просто. Он там врезался. Okay. Да он чуть-чуть врезался. Я бы там и в автобус врезался, и в стенку бы врезался. Поэтому тебе не дают показывать игры на конференциях. Да. Это не то слышно. Музыка какая-то веселая вроде играет. Да круто. Я видел, как через текстуру. Клево, клево, мне понравилось. Да было клево, да. Мне подписался человек с ником Music Smout The Best. Большое тебе спасибо. А, и пока я вышел, я правда подписался. Спасибо большое, Юса Смаут. Спасибо огромное. А чё, она ещё не сдохла? А чё, они Old Republic заново? Или это что это такое? Это не онлайн, который был? Да, это же онлайн. Подписка, наверное. Так она же умерла, эта игра, нет? Рекламируется. А знаете, мы, оказывается, Star Wars игру делали, и она была мобу RPG, мы кучу денег вкачали, ребята. Она никому нахуй не сдалась. Они просто, может, они пытаются как World of Warcraft возобновить каким-то новым паком? Нет, они пытаются возобновить тем, что они будут привлекать новую аудиторию. Просто они напоминать будут, пока кто-то не начнет играть. Да, ну вот, новый экспаншн выйдет. Да, Knights of the Fallen Empire. Сейчас не собираюсь, давайте следующий. Типа DLC новое и там много. Next! Вот это надо в конец. Что это за клоны? Это атака клонов? Так это атака клоуна. Че, в новом фильме такие будут? Такая броня? Что это? Да это они... Это же старая республика, наверное, нет. Один белый, другой. Два веселых гуся. Два веселых ситха. Такие, блин, все грустно. Это же надо. Каким одням вы броня, правда?
to all of our subscribers. I'll leave you with a first look at the story of Knights of the Fallen Empire. Посмотрите на историю. Мы столько CGI трейлеров сделали ради этой истории. Да, это обычное ММО, как бы, а вы даже не играете в нее. Там сюжет лучше, чем в новых фильмах будет, вы что? А что, новый CGI? Да. Да ты единственное, что они могут делать, CGI. Да. Ой, окей. Это единственное, что оправдывает вообще разработку этой игры. А что они пополосели же, волосы были? Так они подстриглись, типа, чтобы не запустили. Еще... Просто они попали в нашу армию. Они так странно друг на друга посмотрели. Просто они просто в армию попали. Ой, ой, братская они любовь. Объединены амбицией. Они объединены амбициями. Блин, может быть, я перепутал. Ну, нихуя себе! Хорошо, что я в него не смотрел. Значит, ты его включил. Прикол. Сейчас он руку одному отрубит. Только папе не говори. Они были рождены, чтобы покорять. Я надеюсь, они братья. Потому что... Да с Electronic Arts... В смысле, а кто ты думаешь, они такие? Потому что если они не братья, то... Если они клоны? Нет. Я имею в виду, что... Что их связывает? Вон, видите, его ранили. И он сдох, похоже. А нет, он не сдох. Такой, нет, не сегодня. Ну так они не ситхи, они именно эти. Они мочат ситхов. Они the good guys, понимаете? Так они какие-то крутые. Они выглядят как хорошие ребята. Да, но... Чё-то, по-моему, не особо они хорошие ребята. Вот он, чёрный брат, чего? А чё у белого так всё плохо? А вот он в ситха превратился. А я такой, ой, как гивы щет. Я бы вот этот фильм посмотрел. Я бы тоже посмотрел, но... Зачем седьмой эпизод? Здесь графика лучше. Да. Атмосферы больше. Актеры лучше. Ну, да, люди играют. Такое количество денег на CGI подожди. Вы скажите, вы видели черных здесь? Главных черных. Я не хочу звучать расистом, но тут есть главный герой черных, по-моему? Не переживай, на Котаку уже будет статья по этому поводу. Скоро. Сейчас позвоню. Люди пишут геи. Вот я тоже думаю, а что если действительно? Ну они как-то друг на друга странно смотрят. Это не похоже на братскую любовь. Вот и я тот же. И вот это вот хватание за ручку, вот это вот постоянно. Они когда легли на траву, они как-то друг на друга очень странно посмотрели. Такое ощущение, что после битвы не было продолжения. Все, блеснул что-то. Ребята, все я видел у него что-то в штанах предстало. Когда он посмотрел на него, и там что-то было. Такой, это твой меч, или ты просто рад меня видеть? Да, да. Такой, нет. У тебя насквозь. Нет, это моя мелочь. Говорит, что будем тестить игры теперь. Мы хотим, чтобы вы нам писали, насколько у нас сломаны игры. На самом деле, вот вы думаете, что вы пишете наши игры говно недоделанное. Так мы рады этим комментариям, мы рады. Давайте, пишите нам больше. У нас такой же. Мы любим играть в игры. Пишите нам. Забыл, как это аниме называется, где там дети маленькие, это Иой. Как это называется? Чат, помоги. Чувак, мы такое не смотрим. Нинобок, как-то... Нет, блин, как оно там... Знаешь что, вот им надо меньше пиздить, честно. Меньше говорить, больше показывать. Когда они вот так вот говорят долго, это означает, что им просто нечего показывать. Я переименовал вроде, ну то есть, я... У нас будет маленький игрок с большим сердцем. Это Unraveled. Это Unraveled, это новый IP, ребята, новый IP. Сразу по чату можно вычислить, новый IP. Кто смотрел. Я вас всех спалил. Он Человек-паук. Я не смотрел. Равал. Все, хватит, прекрати про свое аниме. Нас тут игра. Это не аниме, это его. Извини, это мобот тебя, он зачем-то за Лени Фейс, или как он там называет. Привет всем. Меня зовут Мартин Салин. Я сделал вот эту игрулю. Мы хотели стать инди, но нас купили Electronic Arts, это так хорошо на самом деле. Я так рад здесь находиться. И рад вам показывать все эти игры. То есть эту игру одну.
У меня нету больше игр. Я креативный директор, и нас там человек 12. Ну просто у Ubisoft есть свои инди, и у я должны быть тоже свои инди. Иначе не элитно. Я думаю, что игры — это очень сильная вещь. У них есть возможность захватить вас и повлиять на вас так, как немногие вещи могут. И для меня это особенная обязанность. Мы не должны просто развлекать. И вот игра эта была сделана из этих... чтобы она была личной для каждого. Это пазл, на самом деле. Это мы создали того персонажа, чтобы он был миленьким, и вам хотелось зачем-то решать эти тупые пазлы. Там можно узлы завязывать. Узлы! В этой игре мы пытаемся научить человечество завязывать правильные узлы, а то... шнурки, да. Да, вот будет у вас гореть квартира, вам надо как-то слезть и завязать узлами кровать, пока все горит. Вот мы научим вас и подготовим вас к этой... У нее татуировки такие на руке. Что это за ерунда? Он трясется. Какие у него интересные татуировки? Привет! Просто Electronic Arts хотели сделать на нем эту пластическую операцию, вшить ему что-нибудь туда. А он сбежал. Я даже просто трясся, когда я конференцию рассказывал по биологии. Ну, у нас, у каждого из нас было в жизни такие моменты, да, когда ты стоишь перед кем-то, тебе нужно что-то рассказывать, и такой, не могу. Ты трясешься весь, да, такой, да? А у меня обычно ноги трясутся. Нет, у меня руки очень сильно трясутся. Я не конференция, я не рассказывал больше о биологии, я начал отшучиваться по поводу своей презентации, постоянно шутить. Вот, короче, там... Эти такие двойка. Не-не, они мне сказали, что не биологией надо заниматься, а кое-чем другим. Ты такой... Агача, бра, агача. И несколько лет спустя. Кстати, по поводу татуировок. По идее, это опасно делать, потому что если ты вдруг без работы останешься, то тебя могут не взять куда-нибудь. Да, особенно на руках. Делают... Ну, в России на руках делают выше рукава, чтобы не было видно. В этом вся суть. То есть, не берут татуировки, если... Но он просто знает, что он будет forever инди-разработчик. Но, я недавно в Ашане видел девушку, молодую, глухую, она глухая, там специальная табличка сказала, что типа продавец глухой, поэтому, типа, имейте в виду. Что вот, за странный магазин? Ладно, подожди, это геймплей. У девушки была прям на руке, видна хорошо огромная татуировка, и то есть ее взяли на работу. И написано три буквы, хуй. Взяли, как бы. Ну все, я не знаю, но это обычно не берут, если какая-нибудь, знаешь... Но выглядит, кстати, очень мило, очень хороший платформер. То есть выглядит... Арт-стиль очень приятный. Да. И механика приятная, да. То есть уже видно, что с душой сделано. Несмотря на то, что Electronic Arts... Я вообще сейчас усрусь. Вау. Вот это было страшно. Господи, оти потички. Выглядит, да, клёво, выглядит очень клёво. Реально клёво. Из всех инди-хуинди это хотелось бы... Потому что это не инди-хуинди, это очень дорогостоящая инди-хуинди. Да, из всех наших... Ой, всё, конец. Смотрите, какой снег. Да, круто. Слушайте, ну как будто правда, это как будто реальный мир. Вот с такой графикой. Его передавило. Ты прямо веришь в это всё. Он такой, рыба, всё, я тебя поймал. Блин, круто, мне очень нравится. Это круто, мне тоже, я поиграл в такое. Я не люблю, не очень люблю платформеры, как бы, но... Это я поиграл. Ох, да, люди пишут в чате просто эстонский спайс. Что это значит? Вау. Пусти меня, ебаный спайс. А, подождите, вот с этой ниткой он идет. А где конец этой нитки? Так конец у него в одном. Он же кончится. Он же кончится в конце. Ну так и будет. Конец в том, что он заканчивается. Да, он просто unraveled. Он распутается и умрет. Я вам заспойлерил концовку, извините. О, боже. Черт. Что там Твиттер пишет, мне интересно. Что там происходит? Что за хуйня? Ну это их же этот. Игра это их. Да, Plan vs. Zombie. Вторая часть, по-моему, как это, этот катер-шутер-то будет. Garden Warfare 2, Danger короче. Danger Zone, да. А вы чего, они Danger Zone, они купили, что ли? Они теперь её везде вставляют. Да, они теперь её везде. И он такой, Peggle 3!
Он такой: слышь, ты должен был там у входа. Блять, что ты делаешь? Здесь конференция, придурок. Тебе платят бабки, чтоб ты. Я. Да, похлопаем. Он для нас делал это. Придурок. Go big. Его реально увидели. This is Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Да, Garden Warfare 2, понимаете? Сам похлопай. When we released Garden Warfare in 2014, it quickly became a runaway hit. From people like me who play the game with their kids to the most competitive of games. А вообще, когда мы выпустили эту игру, она сразу же стала хитом. У нас 6 миллионов игроков было. Потому что многие играли со своими детьми. Now, in Garden Warfare 2, в Garden Warfare 2 у нас есть зомби-босс. Злой руководитель зомби. Что он там сделал? Не могу этот эмодзи смайлик найти. Мы окажемся в мире, где растения под атакой впервые за все это время. А вот он, господи, там не был. Много играл в первую часть Garden Warfare, но я играл ее и на Xbox, и на PC. Но не так много раз. Ну, я тоже. Мне понравилось. Она достаточно веселая. Она немного похожа на Overwatch, наверное, в этом плане. Что вот весело-весело, но не совсем долго играешь. Добро пожаловать в ZTEC Industries. Прикольно. Блин, ну Unravel такой вообще классный. Они создают зомби эти костюмы титанфольские. Сегодня будет не совсем особенный день. Что происходит? Сюжет. Это время сюжета. Ребят, не спамьте плюсиками. Давайте смотреть трансляцию лучше. Это вот тебе надо сказать, что ты перестал говорить обо всем, кроме трансляции. А как они танцуют. А почему у меня такой мозг маленький? It's time to defend the factory. Время защищать. Коп на четверых, тир новый режим. Ну... Можешь поиграть втроем уже, минимум. Да, можно будет. Но это же было в прошлой части. То есть она не будет эксклюзивна для Xbox One? А чё, у нас же у всех есть Xbox One. Так она будет эксклюзивной полгода, потом она везде выйдет. Как и, да, как но и первая. Все равно не преграда, чтобы поиграть втроем, мы все равно можем это сделать. Будь она эксклюзивной, не эксклюзивной. Когда тебе все консульты, это не волнует, пацаны. Он прикольно переворачивает. Знаете, чем Microsoft еще выиграли? Так как им дешевле делать, по идее, консоль, ну, по идее, потому что, как бы, PS4 мощнее, то... Ну, то есть, как бы... Так как люди особо разницы не видят в новом Next Gen, там 1080p и всякая такая херня, уже никто не обращает на это внимания на консольку. Если Xbox будет дешевле стоить, если они опустят цену ниже PlayStation, то как бы Microsoft таким образом выигрывает. Но мне понравился геймплей за эту фигню. Он крутился очень весело. Я бы хотел в нормальной игре это увидеть. Короче, не высказался. А я понял, что ты говоришь про то, что типа, графика говно, поэтому все анимешное, как у Nintendo. Нет, я хотел сказать, что типа, ну просто не могу нормально выразиться. То, что Xbox, так как разница особо между разрешениями никто не видит, и если Xbox One будет дешевле PlayStation стоить, так как его дешевле делать самой Microsoft, потому что она не такая мощная, как PlayStation 4. Ну, как это? Я буду покупать не такая мощная. Смотря же какие части. Ну, как бы, если была бы мощная, она бы... Вау, это Snake Time, вы видите? Вы это да, видите? Да, да. Он еще и был... Он еще и выжил. Глупый пират. Я бы хотел больше игры про пиратов посмотреть. Где-нибудь багажит еще больше геймплея про пиратов. Я хочу геймплея про пиратов. Sea of Thieves. Thieves. А кто тебе покажет больше? Да не, мне все равно, никто не покажет, я просто хочу. Просто в плане продажи на видов. Только если Microsoft покажет на Gamescom. На Gamescom же скоро. Кажется, им понадобится что-то побольше.
А, это эти, это растения атакуют, они играют за зомби. Зомби, да. И сейчас они сядут в эту херь. Ну, сейчас убьют. Ну, быстро. Знаешь, как-то выглядит даже динамичнее, чем первая часть. Ну, так вот, да. Что-то они сделали здесь, это прям херачат, видите, это. Ну, здесь такой коп просто теперь, ну, не кто знаю. Делает вообще эту игру? Ну, наверное, все те же, кто делали вот эту карточную, то есть не карточную, а как это? Это они так перешли в шутерную часть спокойно? Хрен знает, может быть. Портал. А, Nintendo всегда... А, они, видите, они прямо там играют в эту игру. Это какое-то странное строение. Это все безумно похоже на Nintendo, только они это делают качественно. А, ты про Nintendo имел в виду, потому что... Это, вы, кстати, Splatoon не хотите поиграть? Нет. Нахуй, да? Я не хочу, потому что... Я не хочу 2500 отдавать или сколько. Да, я не хочу отдавать, я понимаю, что я поиграю, ну час, и все. И не будем играть больше. Скорее всего, так и будет. То есть я бы поиграл, будь она на PC где-нибудь. А чё мне с этим уродливым, неприятным геймпадом играть? Там даже нету Pro-версии. Блин, было бы классно, если бы они Titanfall сразу второй выпустили. А когда... Он полетел в робота! Тут отдельная анимация, ну, окей. Было забавно. Так это Titanfall. Мне кажется, это какие-то миньоны, только... Да-да. Поверь, у миньонов тоже будет свое время, мне кажется... У миньонов тоже игру делают. Ну... Сейчас они такие заодно, кстати, DLC миньоны. Splatoon стоит 3500. Вот зачем? Зачем за такие деньги? Если кто-то даст, то почему бы нет? Не, нам не дадут. Если кто-то пожертвует Splatoon. Можно даже одному играть. Если у вас нет друзей, почему не? Они так это унизительно. Если вы понимаете, о чем я. Вы то есть... Ну да. А можете позвать друга и как бы поиграться вместе? Поиграться с его игра Нормич, мне понравилось. Про зомби? Хорошо ее подали, ну то, что вот сплитскрин и все такое. Так, а Незарспит тебе не понравился, значит? Незарспит тебе не понравился, значит? Ну, не мне не понравилось, что Mass Effect показали просто каким-то трейлером. Так это так задумывалось, просто анонсировать его. Как а что, мы не знали, что он его делает, что ли, анонсировать? Зачем анонсировать? Ну так, чтобы ты знал, что мы делаем игру. Я в курсе! Ну это все. Такой, я в курсе. Еще раз в курсе. Просто они так, знаете, они так анонсировали, не напоминая старых игр. Так вот странно. Ну типа мы все заново начинаем. Ну да, на Драмеди. Они тут рассказывают, что бесплатный контент будет прийти. Подумайте, это как надо испортить вселенную настолько, что ты просто уходишь в другую галактику рассказывать сюжет. Давным-давно в совершенно другой галактике. Просто настолько испортить свою вселенную франшизу, что приходится в другую галактику уходить. Ну сука, нос опять! Опять нос такой этот! Опять нос такой, прикол. Сколько можно? Это весело, не знаю, из-за музычки, не было бы музычки. Да, музычка веселая. Но выглядит забавнее, если честно, как-то веселее, чем первая часть. Да, ну... А только они такое чувство, что они полностью героев поменяли, как-то это вроде не те герои, которые были раньше. Ну что, она красочная, поэтому она и весело выглядит. Когда вот сейчас красочных игр просто единицы. Madden Time! Madden! А нет, это хоккей. Мне все равно... NHL Time! Пока спорт, я думаю, можно отдохнуть, потому что... Спорт. Сейчас опять будет. А, у меня есть специальная картинка под все это. Сейчас. Что-то микрофонист, кстати. Что-то микрофон, да, они так Capture the Game написали. Вообще, что-то микрофон, да. Как будто подумали, что сейчас просто без графон будет. Блин, у меня не нажимается кнопка. Как бы либо это не графон, либо очень уродливые люди. Очень уродливые. Вот, у меня специальная картинка под эти... Под эти случаи, когда начинается спорт. А что там, кстати, ну-ка дайте я посмотрю Counter-Strike. Итак, нам это сказали, что через 50 минут будет Battlefront. Сколько осталось до Battlefront? Минут 30, наверное, будет, так?
реклама. Сейчас еще минут 20. Время чемпионов, Соки. We are the champions, my friend. Пом-пом-пом. We да-да-да, till the end. Да-да-да. Женская сборная. Во что бы я стал играть? Я, кстати, в хоккей никогда особо не играл. Я играл только в FIFA. Чё? Говорю, в хоккей никогда особо не играл, только в FIFA. Футбол. НХЛ? Нет, не играл. Тут. Ну, то есть, как нет, пару раз было, но... Но... Так, я тогда был пьян. Знаете, что они нам сейчас показывают? И опять же, я включу, что они нам показывают. Абсолютно нихуя! Нихуя же они не показывают! Ну что ты говори? А сейчас я буду... поставить на фоне. Говорят, гольф будет. Смотрите, какой гольф на этом, на новом мультышке. От Фразбайта. Ой, реально, вот в гольф играть, это последнее ты дело. Ты такой херачишь клюшкой, и потом дом взрывается, и такой, нихуя себе. Серьезно, подумай, как ты вот с друзьями такой приходишь и говоришь, вот я вчера в гольф играл, короче, там такой квест был. Надо было забить в эту лунку за время. Ты приколись, ты выполнял его. А как вот ты проходил его и понесла? Ну что это? Как... Окей. Это там, когда красиво. Они показали панораму, это выглядело как Mass Effect. Да. Мне кажется, они взяли просто кусок оттуда, так, локацию у вас возьмем. Чисто для ролика. Ой, они эти еще сейчас паки будут показывать, да, ну хватит. Да, карточки покупать, это все. Джаз, прекратите это. Fucking disgusting. Пусть это делают, но не надо уделять этому там 20-30 минут на конференции, пожалуйста. Не, ну кому-то это очень интересно, поверь. Я верю, но это же... Bible Black? Это же не основная, как... Не знаю. А чё они сейчас покажут? Останется только и будет сейчас Mirror's Edge минут на 5 и... Ну да, это сейчас будет теперь, я не знаю сколько. У нас не останется времени, то есть, ну, ничего нового уже ждать не стоит, наверное. Покажет то, что мы ну уже как, знаем. Ну как, Battlefront покажет? Ну нет, я Battlefront! Видели, видели? О боже. Вы посмотрите, как это... Это чё, PlayStation 2 графика, что ли? Видели, как они ударились башкой и рэгдолл включился? Они ударились башкой, и там рэгдолл включился. Да-да, видел. А там рассказывали, что типа NBA Live за типа 6 лет не изменился никак. Они часто рекламировали его с пререндером, и типа... Часто на Hell будет как говно. А, нет, NBA. Зацените, как он оделся. И знаете, что он теперь в игре может так одеться. Чё-то взгляд у него злой какой-то. Рот злой у него. Денег никто не даст. Он уже миллиардер, наверное. Видишь, как я могу мячиком крутить. А ты можешь так мячик? Я не уверен, что ты можешь мячик так же, как и я. Естественно, потому что я, блядь, не моделька в игре. Ой, он такой, окей. Делисимо. О, ой, блин, три раза хуже. Этот крик, это лицо было очень страшно. И не потому, что он черный. Не, ну за это лицо было похоже на макаку, не потому, что он черный. Ну-ка, выходи сюда, выходи. Дай пять! Эй, как твои дела, брат? Он такой, ты чё-то толстенький. Он такой, не надо меня здесь тыкать. Ещё раз тронешь мне мою пузо, я тебе руку отрежу, ты понял? Обезьяна должна. Давай, я подержу твою шапку. Такой, эта шапка стоит дороже, чем ты. Прекрати давать тебе деньги. Нажми на кнопочку и смотри вперед, пожалуйста. В камеру смотри. Он завис. Приколись, вот это точно будешь аутистом выглядеть, когда будешь ощущение. Зачем он стал справа у него пересвеченное лицо и слева недосвеченное? Вы знаете, что-нибудь об этом? Дилетанты! Видишь, нормально все сохранилось. Это уже готовая, наверное, моделька была просто. Он такой, а можно мне нос поменьше сделать, и чтобы я был белым, а не черным? Приготовьтесь! Йоу-йоу-йоу-йоу.
Спасибо, он... Уходи отсюда. Какой-то, какой-то странный. Он вроде черный, но он не похож на черного лицом немного. Это тот черный, который... Да, не совсем. Как-то он, да, он как-то лицом не выглядит, не похож на черного. Вон он. Они вот так от того и сканировали. Gameface HD. То есть я могу стать баскетболистом и сделать себе лучшие характеристики. А можно сделать всю свою команду, короче... А можно еще и в обычной одежде его кастомизировать. Сделать себя черным. А в футболе такая штука будет? Если ты лысый, ты можешь посмотреть на себя с волосами, о которых ты так давно мечтал. Агент 47 такой, игра да для меня. Диана, отмени заказы. Стал белым. Now using an innovative approach to motion capture, we've literally created thousands of new animations. And paired with runtime physics, this results in contextual, free-flowing movement, like what you'd expect to see on the nature of live motion keeps you in control of your player's movement. You won't feel like you're stuck in a scripted animation. Так люди себя трогают это на в клубах. Я вот недавно в клубе был, но это больше бар-клуб, этот как он. Как это называется? Короче, несу где-то на Красном Октябре. Как он? Я вот не знаю, как выглядят сейчас эти игры, поэтому я не знаю, вот будет ли впечатлено график или нет. Они просто так трогают друг друга, как будто они в клубе каком-то. Так, ну, так вроде выглядит нормально, я не знаю, вон там физика, одежда есть. Всякая. Okay. Анимация вроде норм. Ну, наверное, круто. Now you can choose how you defend it by showing, trapping the ball, or even switching. Потрясающе. Finally, our players. Наконец-то. Я заткнусь и уйду со сцены. Спасибо. Только нет, у него стремя, типа он далеко у меня уже что-то. Хорошо, что они ничего интересного не показывают. Nice shot system. Нет, new shot system. Give you complete control of your shot in situations. Вау, окей, можно контролировать, насколько хорошо ты кидаешь. Джипси там. Пожалуйста, идите, зацените, вы должны сами почувствовать, насколько новое управление меняет игру. Теперь вы можете реально играть в нее. Я, кстати, помню, как помнишь, мы были на конференции, где, собственно, показывали PlayStation 4 в России в первый раз, и мы играли этот NBA, и я ни хера не мог понять, как в нее вообще играть. Там. Да и ты тоже. Да, я помню. Мы сидели такие, что делают эти кнопки такие, как играть? На такой, и такие мы сидим, погоди, это что, это как его, забыл, кто там сидел рядом? Усачев. А потом подошел Кузьменко. Так нам все подходили, пока мы играли. У нас как-то это, все игровые журналисты знаменитые так просто вокруг нас были, но... Просто так получилось, что они рядом были. И мы такие сидим, типа, окей, мы знаем все эти лица, но они не знают нас. Stay cool, stay cool. Там еще этот был, как его? Забыл. Который в АГРУ, или как она называется? Я даже не знаю. Абсолют Геймс, который, а у них же там... Не, АГ или как он? Гэджет у нас. Ну, знаменитый, кто там журналист, забыл, как его зовут? Номад какой-нибудь. Номад, да, там был Номад. Там был Номад. Он напротив сидел. Я он стоял, осуждал нас, типа, ну все, а где караваны? Это что еще такое? Давайте поговорим о мобилках. И все такие, блин, когда там Battlefront? Она вышла сразу, вот сток мобил. И прям по залу прошлось. Кто-то застрелился, знаете, такой выстрел просто. Вот сток мобил. 235 стран. Ну, мне больше всего кофе нравится. Хотя а то круто, как только закончится эта конференция, почти сразу же начнется Ubisoft. А дальше мы отдыхаем. И у меня подвис что-то все. Алло? Алло. Не-не, все здесь. Да, окей, мы слышим. У меня завис стрим. Отвис. Ладно, я перезапущу тоже сам стрим, потому что я тоже ничего не перезапускаю, он их что-то подвисать стал. Да, у меня есть смайлик пистолета для этого. Чтобы застрелиться? Да-да-да, я специально пистолет добавил себе смайлик, что вот в таких ситуациях.
И похоже, у меня что-то Star стало. Wars Galaxy. У меня чуть интернет, похоже, просел. Ну ладно. Похоже, от Ричарда ко мне перешли проблемы с Билайном. Да? Да. Ты видишь это Звездные войны? Что они напоминают, что Звездные войны будут. Нет, у меня сейчас все вернулось, я еще раз. Что-то кровь из глаз идет. Аутистим. Пока у меня все перезагружается. Minions Paradise. Я напомню. Minions. Minions. Что вот так вот будут, блядь. Minion Paradise. Они реально миньона сделали? Мы же только... за музыку. То есть ты был прав. Я был прав. Я же говорил, что они и делают игру по ним. Я тебе сказал, что... Какую хер им... киноиндустрия дают права Electronic Arts? Это не единственные разработчики. Понимаешь, они первыми до них стучатся такие. Нет, просто... У вас есть время поговорить о играх? Сраные бизнесмены понимают друг друга. Просто вот и все. Тогда почему не Activision? А, ну, кстати, да, Activision же есть. Потому что Activision... Смотрите, это же геймплей. Толком. Я когда вижу, я вспоминаю, как достать соседа, если честно. Это такое туристическое. И Лария. А здесь нету ни соседей, ни Лария, ни телочек. Я в ближайшем будущем будет просто купаться в деньгах. Они уже. Ну да. Они уже обмазываются. Не, у них нормально все. Смотри, все они выпускают, поэтому можно сразу сделать вывод, у них все нормально с бабками. Они просто мультик свой сделали, что ли? Это реально, это как, ну да, вот чем отличается? Ну здорово. Это так они и потопили Титаник, они хотят сказать. Кто их вообще отправил самих по себе? Смотри, что ты нашел. Твои друзья тебе... Целую анимацию для электроника развели. Прикол. Тебе понравится что-то больше, чем это, чтобы загладить вину. Что это? Вот эта графика? После этого, что они показали, вот эта графика игры? Просто такой странный такой переход был. Фри-то-плейное говно, это же вот это вот, где ты донатить должен. Всякое вот это тыкаешь, ждешь по времени, вот это, нет? Монетки наверху там всякие, нет? Нет? Да, миньоны это рэббитсы, только они красивее, милее выглядят, поэтому рэббитсы не так зашли, как миньоны. Рэббитсы зашли, поверь мне, просто они зашли раз 6. Они зашли, вышли, зашли в тебя. Нет, вот подождите, вот это вот дерьмо же выходит в App Store по 10 штук на дню. И какой смысл посвящать этому время на конференции, чтобы что? Я же все равно это не скачаю. Это бесплатная реклама, потому что они знают, что все ждут Battlefront, и нет, пока они ждут, хоть кто-то посмотрит на это. Обычно говорят как, вот выходит то-то, а бонусом вот это, можете глянуть. Но не показывать же геймплей с мобилок вот так вот прям в наглую, что это... Но почему миньоны даже не выглядят как настоящие? Они какие-то все как будто покрыты чем-то. Да фак. Да фак. Да, игра года, безусловно. Это то, чего я ждал. Ладно, я еще раз обновлю стрим, потому что мне кажется, вы чуть-чуть опережаете меня. Тоже мы ничего не пропускаем. Боже, что за говно? Дело даже как бы не в графоне, а просто в том, что это не стоит того, чтобы показывать всем. Миньоны, рай. Все что ли? Время Battlefront'а! Нет, это FIFA, время FIFA. Мы забыли про FIFA. Боже мой, мы забыли про FIFA. Mayday, Mayday! Все то же самое. It's FIFA! Вы узнаете этого перца? Я знаю. Футбол — это моя душа. Музыка подходит, кстати. В смысле? К чему? К пафосу? Да не, я там включил это Hello Darkness, My Old Friend, да, на стриме. Музыка идеально подходит. Я больше 1000 голов забил. А сколько голов вы забили? Зуб хорошо. Доделали канал. Я думаю, лучше бы его сыграл Дензель Вашингтон.
Его самого? Вместо него должен сидеть Дензель Вашингтон, играть его. Такой Пеле Дензель. Пеле. Пеле Дензель. Пеле, ну давай, Дензель, ты Пеле теперь. Ну нет, Дензель бы влился, он бы улыбнулся еще так в конце, как он умеет. И Дензель бы всех уравнял. Все бы расставили. Нет, не все, еще сейчас будет 10. Смотрите, Пеле, он такой, да, дедочки. Все встают. Ну-ка, ребятишки, встали перед взрослыми. Сейчас интервью будут у нас брать, прямой эфир. Этот толстяк посмотрел в камеру, типа, что, снимаешь, Не могу поверить тебе. Мы столько времени говорили. Это слишком много. Давай. У вас наверняка есть замечательная история. Сколько уже Пеле лет? Сколько футбола? Да. Он и есть футбол, понимаешь? Он же сказал это такое, мое тело. Я на E3 рекламирую, да брось, дали денег, чё бы не приехать. Ну да, он хорошо заработал на это. А, так он не мертв, люди пишут. 74, ну нормально, еще можно 20 лет жить спокойно. Больше не дам тебе. К доктору идет такой, у меня болит сердце, он такой, да не, вы еще 20 лет можете жить спокойно, пожалуйста. Не надо. Не волнуйтесь, 20 лет. И такой, и Шай входит, сейчас я вам терапию, и такая, входи сюда. Дует. Я считаю, что нужно всю российскую медицину перевести на такое это лечение. Просто знаешь, такой доктор, у меня сейчас аппендицит. Yesterday, you said tomorrow, so just do it. Но у меня рак, как мне такой... Что он там еще говорит? Dreams, что-то... А, ладно, забейте. Makes your dream come true. Да, come true. Контра. Почему Snoop Dogg на E3? По-твоему, он хоть немного похож на Snoop Dogg. Snoop Dogg, ты чё? Это кто здесь курит? Мэн! Там люди пишут, что типа, а почему у него микрофон под цвет кожи? Не, всегда, так всегда делают, то есть там разноцветные микрофоны, я специально изучал. Расисты! Нет, мы всем как все. Вот видите, ну, посмешно, у него бы белый микрофон, а у второго черный. Они такие сидят и поменялись. А фанатик победили. It's my life, it's now or never. Мне сейчас оплатят Electronic Arts. Он такой рассказывает, ты 1000 шаров я забил. Пропишите больному порцию лабафа ежедневно. Внутривенно. But it was more difficult, no moment in my life, because I. Он рассказывает, что пенальти забивать гораздо сложнее было, чем просто там велосипедные удары делать и так далее. И головой, да, все. Я такой, я не мог позволить себе промазать. Это очень интересная история, какое это отношение имеет к FIFA. Давайте вернемся. Ну, они просто такие, столько денег. Бра, хоть что-то расскажи нам, хоть что-то. Хоть бы не умер в прямом эфире, ребят, ну чё вы. Не, ну, у тебя какой-то чат совсем злобный. Если он умрет в прямом эфире, ну, чисто, нет, постучу по дереву, но это ж, смотри, какой вообще просто ажиотаж будет, это же прям... Или, мне кажется, его специально отравят, чтобы он умер. Игры я настолько плохи, что даже Пеле убили. Хотя он был ни при чем. Они сейчас запускают FIFA, и он такой... И просто падает.
Они такие, он уснул. Хватит с черной, с чернотой, хватит чернить. Хотя он тоже черный. Ладно, извините. Это было вообще никак. From Sweden to the blonde girl, she started to put them on my hair. I didn't understand well. No, my это, кстати, что я хотел просто рассказывать, как 16 лет, когда он был на играл в футбол, к нему подошла блондинка Sweden, да, они сказали. И, короче, стала его лопать за его волосы и говорить, ну какой ты. А потом он ебнул, видимо. Я понял по поводу, знаете, ребят, понял, потому что она карта такая. Все, спасибо за историю. Спасибо за деньги, продолжайте катать шары. Это что хотел сказать про технологию? Мечи, какие мечи, шары катать? Можно всю свою семью сканировать, там бабушка, дедушка. А если ты возьмешь и свое место отсканируешь, как будет выглядеть лицо? Такой дик фейс просто. Да, да, это же прям потенциал игры. Вон я ретвитнул Ельцина, можно еще сфотографировать, Ельцин будет бегать. Это сделать очень. Нет, так я про это и шутил, когда говорил пенис сканировать. Нет, нет? Теперь поговорим о том, ради чего мы здесь собрались, об играх, наконец-то. О FIFA. Да. Поговорим о FIFA, да. Он да куда ну нахуй этот пошел? Новые способы играть. Какие? FIFA. Это FIFA. Что? Какие способы? Ой, блин. Mirror's Edge, а, это я думал, типа. Я думал, это Mirror's Edge. Mirror's Edge. 15 минут до Star Wars. В этом году у нас будет лучше защита. Короче, они давайте я буду переводить его, все, что он говорит. Пару историй. Вы можете контролировать поле. И можете интерсекции, они будут меняться, и вы можете разные атаки применять. После того, как вы контратаку можете кинуть, перекинуть своему другому нападающему, и он добьет, и забьет гол. У вас больше опций, чем когда-либо на связи. Теперь движение — это магия. Вы берете бац, гол, вот это, да, гол, пиле. Вот, вы можете очень быстро закрывать. Мы еще сделали макап всех этих атак против какого-то непонятного чела, который даже не в костюме. Мы можем разного... О, смотрите, кому мы еще заплатили деньги. Узнаете его? Нет, не знаю. Мы тоже. Вы можете добивать. Смотрите, как он крутится туда-сюда, когда бой... Как этот под спасухой. Когда бой FIFA, он ничего не забил, собственно. Да нет, ну, честно. Да, не такой, это бой FIFA 16. Инновации просто фактически в каждом направлении идут. Давайте сразу покажите. Инновации здесь, там, трава, инновации. Готовь умрет вместо пиле в прямом эфире. Можно сэкономить время, я придумал. Electronic Arts надо провести конференцию FIFA отдельно сразу за, ну, как бы, за одну конференцию показать ближайшие игры на 5 лет. Вот. Все. И забыть. Забыть. Новые опции доступны вам для атаки и игры с друзьями. Видите, он все равно попал, хоть и промазал. Да, да. Вот. У нас есть новый способ игры. Впервые в жизни вы сможете наконец-то играть за телочек. Видите, вау, телочки. Мы работали над этим целые годы. И у нас почему они только двоих пригласили или одного, а телочек четыре сразу? Просто они показали самых известных, ты не слышал. Вот, и они будут вот так вот забивать телочки. Вау, команда. Видели, как она отбила. А если попить, если ударить мячика по груди, дадут желтую карточку. И забанит на YouTube. Все игру, инновации везде. Новый уровень, новые способы играть. Это только начало, конечно. Вы уже разошлись, это только начало. Пожалуйста, придержите коней. Не надо так сильно радоваться. Я буду... Я поставлю мод. Я буду играть за команду, ну, допустим, Барсу, неважно. Вот, и буду играть против команды девушек. Специально мужчины будут играть против девушек. И, в общем, команда девушек, все лица отсканирую, Аниты Саркисян. Все это будут Аниты Саркисян. Да, вот. Теперь ПЛЕ будет в ультимативной команде. Теперь давайте посмотрим на геймплей FIFA 16. Да, давайте. Пеле. Хир. Посмотрите на его голову. Мы только что его...
Captured Endgame. Посмотрите на этот стадион этого, как его? Борис. В Англии. Там была Боруссия, вы видели? Борис. Игра, которая соединяет нас вместе. Игра многих лиц. Battlefront City. Не спам, пожалуйста. Я ничего не понял о чем-то. И все дело в моменте, в том, как ты забьешь гол. Видели, как slow motion делает все лучше? О, штанга! Не попал! Вот этот, о, как он, вот это не в камеру показывает, сучечки, мы вас поимели, все-таки, да, они вас поимели, во! Вот, а там Сильва такой противник, пробегает, пробегает, ой, его все снимают камеры, волосы не физичные, но ничего не важно, смотри, он мячик, мячик, смотри за мячиком, так, во, через себя ударил. Бух, и дважды даже показали этот гол! Все, все, интересно смотреть, да? Я думал, ты дальше там зафигачишь. Мир, мечты, ноги, мяч, летящий в сетку. Ты всегда мечтал об этом. Всю жизнь ты шел по этому пути. И сейчас настал момент, чтобы показать себя среди всех себя и своих друзей. Анимация какая-то фигня, не? Надо что было ты... как-то более эпично это показывать. Плохая анимация. FIFA 16. Play. Играй. Прекрасная. Play beautiful. Play beautiful. Это новые слоганы. Доверие. Скажи так, слоган говно. What would life be like if we willingly gave away our privacy? What would our world look like if there were no governments? Only. Что было, если бы не было государств и только корпорации? Это то, что мы будем рассказывать вам в новом Mirror's Edge, да? У нас что там? Mirror's Edge. Мы будем рассказывать про Mirror's Edge. Вы будете маленькой азиатской девочкой, которую все преследуют и пытаются изнасиловать. Она становится очень сильной боевой женщиной, которая может очень быстро бегать от этих маленьких педофилов. То есть больших уже. Ну вы поняли. Вот, добро пожаловать в мир Mirror's Edge. Мечта любой феминистки. Каталист. О, и такой этот... Что? Я один хлопаю, но он. Mirror's Edge Catholic. Вы играете за Фейв. Это ее вера помогает ей с каждым днем двигаться вперед и бежать по этому городу. Она не просто обычный персонаж, она женщина. Вы Фейв. Вы очень-очень ловкие и можете забраться куда хотите. А почему там отпечатки какие-то масляные такие? Просто какой-то механик, что ли, бегал такой, так грязными ногами лез. Ну, вообще красиво выглядит. Красиво, да. Ну, кстати, Фейт все-таки нормально выглядит, в отличие от того арта, который они... Да, как последняя, она как американка какая-то. Да-да-да, из Южной Америки пришла. Сейчас вот здесь она лучше выглядит. Все-таки похоже на азиатку. Гагацы. Так это же этот, молодой. Чё ты все имена забыл? Как его? Зелёный гоблин. Зелёный гоблин. Он во многих других фильмах снимался, но он зелёный гоблин. Чё-то всё белое какое-то. Ну потому что у неё нет цели куда бежать. Он красный. Ну, чё? Ну это Mirror's Edge вроде. Ничего они не спортили, по идее. Это выглядит так же, они второй раз игру выпустили. Абсолютно так же, да. Ну то разве плохо? Это сюжет вообще будет, она просто по точкам бегает. Боже, этот арт, вот, вот этот арт. Вообще, когда она из Мексики. Это ее сестра? Небрачная. And for those of you here at E3, you can come by and play it for yourself at the game. Вы можете уже здесь поиграть в эту игру. Чёрный кот. Да, да, my jam. А у меня... Выходит в феврале 2016-го. Чё? А слили уже геймплей Battlefront? Ну ладно. Ничего, мы посмотрим здесь. Вот это губки. Тебе уже хочется туда. Она уже поцеловала в губки кого-то.
Имейте в виду, что первый, к первому Миррорсэджу сюжет, ну, а-ля сюжет, писал это Пратчетт. Я знаю, да. Дочь Пратчетта, которая да, писала. И она здесь тоже его пишет. Райдер еще так же писал. Она здесь его тоже пишет. Она постоянно Опять она пишет? Да. Блядь. Я читал, что она пишет. Скучно и неинтересно, сразу понимаешь, кто это. Это полный пиздец. Слушайте, на месте отца я бы тоже сдох пораньше. Просто имею такую. Ну это совсем черная шутка. Сон. Ну а здесь она выглядит как азиатка. Здесь она похожа на постаревшую Фейт, в принципе. Давайте, голосуем, кто был тут? Какие давай его, ей. Это геймплей? Ну, видим. Она перевернулась, она сальто сделала, вы видели? Ну это пререндер, смотрите, до этого. Нет, это был пререндер, да. Или это пререндер на движке, но... Это да, ну блин, ну ты знаешь, как это... Вот так вот, это вот реально такой город. Огромно у них. Может, по всему городу бегать можно будет? Бля, ну если это Пратчетт пишет, ну это пиздос же будет. Там он даже лесбийские намеки. Ну, может, ее уволили уже. Она писала. Она пишет все для Tomb Raider. Ну, да куда-то она из этих игр точно пишет. То ли сюда, то ли в Tomb Raider. Или и туда, и туда. Говорят, все равно люди пишут уже, что у нее антижопа. О, Морган Фриман. Морган Фриман. Ты думаешь, что это Морган Фриман? Не, все равно она порой не похожа на это, на азиатку, порой. Вот, смотря какая камера. Полнитая камера. Убирает ее азиаточность. Короче, я побегаю, просто мне очень Миррорсэдж нравилось просто бегать и прыгать. Это было круто. Все, они заканчивают, и такие, Battlefront, мы вам ничего не обещали, уходим. Нет, реально, сейчас еще Мэдден будет, вы... Ёпта! У, ребятки, поехали! Все, больше ничего не будет, будет только этот и Battlefront. А где они обещали три новых IP? Нет ничего плохого, просто они не умеют писать лесбиянки, они пихивают специально туда. Где новые IP? Где они? Где они обещали новые IP? Я писал лесбиянки. Так те ж показали, вот... Ну, и Unraveled они показали, и всё, и всё. Где новые IP? Сука. Hi everyone, I'm Sean Grady, senior producer for Madden NFL. Sean, that was a great. Там ретвитнул это, можете посмотреть. Мне прикольную картинку кинул. Right players in the right round and the right playmakers to build their Super Bowl championship. Hi everyone, I'm Robert Flores, I'm host of ESPN. Ну да, с новыми технологиями. Ты чекил? Ну, в Твиттер можешь глянуть, если у тебя там. Можешь. Я ретвитнул. That their favorite part of playing fantasy football. Я твиттер не могу, даже тут трансляция. А, блин. Он же что-то рассказывает. Он же делает что-то, очень, что-то очень важное. Янки, go home. Personal responsibility. Personal responsibility. Мне нравится, как нормальные игры показывают, а потом они переходят к спорту на 2 часа. Да. Ну, это и... Чё? Ну, это самое скучное. В принципе, я не помню, чтобы у Electronic Arts были особо интересные конференции за последние два года. Даже больше, чем я знаю. У них не было особо такого, что прям смотришь и вау, вот это круто, вот это супер анонс, вот это нет, всегда было так. И сейчас так же. Не, ну что-то на спорт они вообще много времени тратят, на самом деле. А потому что нечего больше, время-то... Ну да, 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 надо забить. А что, надо забить, да, вот что, спортом забивают. А Battlefront оставили под конец, но чтобы посмотрели. Просто меня так радует, как они огромное количество времени тратят на то, что их смотрит как, ну, весь мир, не только мы не в Штатах живем. Америка, точнее Соединенные Штаты Америки, это не весь мир. Вот, и нам как бы, вот мы смотрим на эту хуйту, это вообще ничего, что это... Да, но они дают, потому что в США это популярно, как-то. Я что-нибудь пропустил? Не, ничего. Ну, в США популярно, но я уверен, что 50% людей, смотрящих стрим, они вообще такие, типа,
Почему? Да фокус здесь. Это большие накачанные черные, которые бегают, и они друг друга бьют, и там что-то еще у них типа мяч есть, но они его в руках держат, они кидают. Ну, хорошо, что в этом году теперь без ММА. Хотя, кто знает, может, там еще и ММА будет сейчас. ММА? А у меня заглючил, что ли? Ты хочешь? Хочешь ММА? А может, Fight Night Club какой-нибудь? Хватит для меня потных мужиков, обнимающих друг друга. Эх, хватит. Мне хватило братской любви в Star Wars. Грузись. EA Sports. It's all gays. Стилы гей. It's all about gays. Нет, это не было никакого доната. Это false донат. Ну давайте поаплодируем его. Я не знаю, за что он такой, я не знаю, за что вы аплодируете. Уже главное, слили мультиплеер этого, ну не этот Battlefront. Ну все, подождем, все, хватит. А нам надо, да, это главный хлеб, я понимаю. Это все-таки пресс-конференция. Питерсон. Ну не надо так. Он не Питерсон, он Питерсон какой-нибудь. Так, а теперь ты в Electronic Arts теперь. Все черные, черные что ли играют, я не понимаю. Ну так блин, Electronic Arts. Это что, ты видел, как выглядит армия Америки, а? А нет, вон белый. Мы такие расисты, если бы нас это реально из Штатов кто-то увидел, нас бы это... Да мы не просто расисты, мы еще не очень нетолерантны. Мне говорят, что ты только что начал стримить E3, what the fuck. Ричард, да, ты перезапускал стрим. У меня с оповещением давно какая-то хуета на моем канале. Хочешь сказать, я не толерантный, ой, мы толерантные, наоборот. Я думаю, что мы очень толерантные, я не вижу. Согласен. Весь чат толерантный, все мы толерантны. Все толерантны. Мы самые толерантные в мире, серьезно. Русский народ толерантнее его нет. Да. Истинный глагол. Русские видят парочку, которая идет за руки, мужиков горит. Пидоры, дай 5! И поливают их бензином. Просто потому что на стране обычай такой. Примета такая хорошая. Да, к масленице. Блины вкуснее станут, если сжечь на масленицу. Ну это примета народная. Они же должны уважать наши традиции. А у нас в стране такая. Да, у меня стрим вырубился. Я тоже вырубился, да. Похоже, у Electronic Arts они не выдержали. Все провод такой, знаешь, все. Типа, хватит. Кто-то сказал просто, хватит такой, задолбал. Electronic Arts офлайн. А приколись, там просто, знаешь, это Логанов такой проходит за кулисами, случайно спотыкается. Я хочу включить это, комменты. Там все пишут. Нет, она включается, вроде она включается или нет. Гиксы, у них реально выключился стрим, это не у нас проблема. Нет, он включился заново. Он включился заново. Включайте, он включился. Включился? Ну да, написано, что он уже больше не пишет, он офлайн. Но он, правда, у меня еще никак не загрузился. И в Твиттере тоже начали все писать рип. Блин, он не пишет, что он офлайн, но он что-то и не работает нихера. Он лоудинг видео. Ты что заебал спортс? Что это такое? Electronic Arts не может трансляции. Speed Rivals интервью, давайте вот это посмотрим. Это очень... Ладно, блин. Там нельзя. Ладно. Где? CSGO через OBS. Грузи! Нормально. Ну все, там люди, видимо, стали подтягиваться под Battlefield, и у них офлайн. Давайте вам музыку. Да фак, мэн. А где его смотреть? Смотрите, как много музыки. Просто... А где смотреть? Я все удалил, на самом деле, просто скачал. Ричард, what the fuck, тебя не интересует, что там покажут сейчас? Мы столько времени эту воду слушали, и теперь что? Ну давай DreamHack посмотрим. Ты... Какой DreamHack? Какой DreamHack? Чё, на Твиче я, Раша там еще есть, они что-то показывают? Или там тоже Rest in Peace? Это похоже везде Rest in Peace. Rest in Peace, да. Rest in Peace, да. Ну, рип. Официально Twitch стримит, кажется, Rest in Peace. А мне кажется, давайте посмотрим это, Xbox One Reveal. Все, везде завис. It's all about the зависло. Во-во-во, я вот это хочу вспомнить. Это было самое... Я помню, как мы с Ромой смотрели Konami конференцию у какого-то чувака, который постоянно... Почему ты стал смотреть? Стойте, я совершенно не волнуюсь, чем закончится Electronic Arts. Давай посмотрим Konami теперь, вспомним...
Вспомним, да. Вспомним былое. Вспомним, да. Вспомним. А ты читал мне, по-моему, рассказывал уже. Да, я рассказывал. Да, мы смотрели эту конференцию, мы так ржали просто. Это такой пиздос был. Но они просто не работают, она просто говорят, вроде на ютубе норм идет. Да, идет. Дай ссылку тогда. А я не знаю, я мне не сказали. А, пошла. Пошла, да? Да, включайте Twitch. Я обновляю, подожди. Ну вот. Что-то хуёво она там пошла, я так скажу. Что-то она грузится абсолютно. Мне пишут, что офлайн. Она не включается. А у меня было только что. А сейчас есть? Спит, перезагружается. Они пытаются. Они как машину завод такие. Реально как машину. Battlefront идет. Да ё, ну нет, но я ждал слишком долго. Да это пишет просто так, уже ничего там нет. Просто так, да, там ничего там нет, ребят. А там реально нет, я на ютубе смотрю другие. Гейбин, 322, спасибо тебе огромное. Но на ютубе открылось. Чат, поддержите его хайпом, любовью, у нас новый подписчик. Нет, на ютубе огромное за поддержку канала. Спасибо огромное, Гейбин. Я, правда, не вижу официальный их ютубовский. Я вижу всякие, типа, GameSpot и прочие. Они тоже сидят и ничего не нет. Они такие, да фак? YouTube Live от E3. А, да, вот, ребят, сейчас я кину. О, нет, заработало, у них заработало. Заработало у них? Да. Не, у меня не заработало. У меня работает. Они Звездные войны. Да опять они, Звездные войны, сука, блять! Да вы просто в начале их показываете и нехуй. Нехуй было, потому что. Тянут кота за яйца и потом не работает у них ничего. Мне не работает. Ну, слетели 60 тысяч людей, поэтому сработает. Мне не работает. Да не, все, я запустилась. Ты уже Twitch работаешь. У меня не запускается. Перезапусти. Я уже несколько раз перезапускаю. Ты продолжай, пока не заработал. Я устал. Такой смешной акцент. Мне кажется, геймплей уже показали. Да и вот я вот этого и боюсь. Нет, сейчас покажут. Они же любят поболтать. Это как есть такая фигня, типа, мол, вот когда у вас нету игры, и вы рассказываете вот этим компаниям, типа, вот у нас такая-то игра и вот прочее. Вот смотрите, actual game. И типа они пытаются продать идею. Но когда у тебя уже есть игра, зачем рассказывать вот эту чепуху? Просто покажи игру. У вас уже есть игра, зачем показывать нам арты? Мы как гивы щедро тут показывали уже на прошлый раз. Прошлый год были арты, теперь это 3D арты, по сути. Да это в прошлый раз и показывали. Смотри, какой маленький Stormtrooper по сравнению с остальными. Они как будто игрушечные. Что это такое? Маленькие Stormtrooperы. Ну мне офлайн пишет. Офлайн пишет? Люди пишут, рип еще в чате кто-то пишет. Я так понял, что у кого-то Не работает, да. Ну у кого-то и мой стрим не работал, хотя у меня все нормально. Кинь мне тогда вторую ссылку. Какую? Ричард какой-то нашел. Которая была... Кинь. Пожалуйста, если тебя она сохранена. Кинул, мне просто придется отключать монитор. Вот это да, Люк Скайуокер будет. Можете играть за Люка Скайуокера. И форс пушить всех. В одной рукой... Брать Stormtrooper'а, другой его резать мечом. Смотрите, какая графика, которую мы вам не покажем геймплеем. Вы видите эту графику? Смотри, какие лесенки. Слушайте, лесенки. Да. Лесенки. Мне кажется, вы не нахайпены. Battlefront! Ну все уже просто замучены. Да, уже все сидят такие. Ага, сейчас покажут. Когда там уйти можно? А, чувак такой, айпадом снимает, давайте, покажите геймплей, я сейчас солью его. Там многие люди видел в зале, такие все такие... И кто-то такой кричит, уберите его, уберите. Он попал в камеру. А вдруг кто-то оператор специально эти унылые рожи снимает, чтобы такой... Смотрите. Она рассказывает про мод в игре и не показывает геймплей? Да, я не знаю, что за чепуха. Она рассказывает, но ничего не показывает. Это даже не видео, это просто кадры. Это кадры, которые уже выкладывали в сеть. Тупая эта аутистическая тура. Нау! Вали! Давай, отлично! Окей, заработал. Бобруйск просто, все.
Это настоящий геймплей, мы вам зуб даем, обещаем, это настоящий геймплей с PlayStation 4. PlayStation 4, угу. Уже нет, верю. Нет, правда. Уже верю. Господи, наконец-таки у меня получилось. Ух ты, это что? Типа началось, выходит. Это что, это что, Battlefield? Геймплей, как будто я не могу поверить в этот. Да, нормально. Мы каждый раз вам показываем не настоящий, а этот настоящий. Он так, DICE GAME, имейте в виду, это DICE. Летать-то он будет, чё они летают, вон там запомни стоят. Меня. Ой, блин, опять это освещение с Battlefield, да, вот когда ни хера не видно. Нет, ни хрена не видно, просто вот всё белое, и чё, и смысл в этом. Это чё, мы тут просто... ради стиля или ради перестрелок, я не понял. Ой, я так посмотрел. Ну, взрывы красивые. Взрывы, как в фильме. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Я клянусь, никто так бегать не будет постановочно рядом с друг с другом. Да ты просто выбежишь, тебя сразу убьют. Тебя просто, да, вот так вот. Они что-то с анимацией смертей сделали, смотри, как они падают смешно. Чё они так смешно бегут на тебя? Они с анимацией смерти что-то сделали. Да не со всей анимацией, что-то со всеми анимациями. Ну это выглядит как чисто... О, третьего лица. А эти летают... Это выглядит чисто как Battlefield, просто в Звездных войнах. И со Звездными войнами. Ты же вообще, анимация рук такая же, анимация бега такая же. Смарт... Только теперь еще третьего лица играть можно. Он смотрит такой, да и приятель, ты лежали. Вот музыка, атмосфера здесь как бы такая, да. Ну звуки, звуки, музыка. Ну нет, ну... Но это чувствуется, что что-то тут есть из Звездных войн, просто от первого лица это абсолютно какой-то... Да, да. Звук клёвый. Да, звук клёвый. Я говорю, клёвый. Взрывы очень как вот настоящие, как... В каком-то 80-х годах, когда они все взрывали. С такими искрами все. Хорошо сработали и взрываются сразу. И руку отрывает. Вот, видите, а на нем ходить нельзя, но можно только его пушками стрелять. Я могу стоять на нем и не соскользнуть и не умереть? Это было бы прикольно. Я не думаю, что команда, короче, понимаешь, им даже управлять нельзя, ты хочешь на нем верхом стоять. Да. Он еще и авиаудары вызывает. Ну, они, наверное, не позволят, это с чистой точки геймплея, даже DICE. Это кино, что снимаем эту тварь. На самом деле вы даже и не летаете, это все скрипты. На самом деле вы даже не играете, он просто идет по одной и той же рельсе. Ты выбираешь, куда стрелять, да. Нужный момент выпрыгнуть. Не, ну на самом деле. А че он не пускает гарпуны, и че он не снимает эту штуку? Ну-ка, пускай гарпуны. Просто как-то по поводу своего здоровья шутить, если ты шутишь, но это правда не прикольно. О, success, success! Прикол. Блин, это круто. А если ты так его захватишь и ударишься, короче, если а как вот вот крутиться вокруг него, это насколько... Нет, я думаю, что там включается просто анимация уже, когда ты его зацепил. Ну... Это как встал прямо, прямо перед ним, как будто это люди в черном первая часть. Это другой. Да, ребята. От первого лица вруби, вруби. А тут нельзя, типа, или чё? Чё? Нет, можно, они же до этого летали от первого. Так на этой штуке, вот на второй. Которую я имперский. Воо, мне нравятся звуки полета. Это всегда, да, круто. Ох, ты там. Ну блин, вот это классно. Окей, вот это круто. Hello? Чё? У меня стрим идет. Мне все пишут в чат, что рип. Да не рип, все нормально. У меня рип. У меня стрим идет, у меня все идеально. Мне не пишет рип. Ну, мне начинает нравиться. Ну это Battlefield Звездные войны. Мне нет, ну так, так-то это неплохо, но. Ничего не отключилось. Прям все идеально. Я, конечно, понимаю, что будет совсем не так, но. Ну, вот они прикольно с джетпаками катают, да, прыгают, да, это да. Прикольно. Щиты как в Halo. Ну ты не будешь это делать. Да, да, они поставили щиты, сам. И тут же в них кто-то стал палить. Они поставили и тут же по ним. О, его душат. А, это то. Это значит тот геймплей, который показывает журналистам. Внезапно такой. Он такой. Вот, это круто. Окей, давайте посмотрим. Ну, они, он даже их не режет. Они, да, они разрубаются. Прикольно. И чё, это такой читерский режим, он просто рукой махнул, они сдохли все. А ну а это ж. А как. Ну.
А дальше? Ты такой спаунишься, и тебя джедаи убивают в секунду. Да, вот именно, это просто кто набил киллстрик, да, и все, и ты сдох. Блин, ну это было неприятно, мне просто взяли и отключили стрим. Без причины. Весь Твич лег. Да там, это люди, мне кажется, прикалываются. Да не-не-не, там у меня... Там чувак пишет, он пишет, типа, все, не надо, типа, все идет. Хватит придуриваться. Я пишу, что я офлайн. Тебе пишу, что ты офлайн? А че меня придуривается? Ну мне пишут, что все норм, одни пишут рип, другие пишут, что все норм. Да это у всех по-разному, я стрим Electronic Arts смог запустить только сразу. Ну, кстати, осталось 15 минут до Ubisoft'а. 15? Да. О, окей. Я даже не успею залить этот стрим. Говорят, что у Юзи ничего, но у меня работает, окей. У тебя опять этот Билайн, что ли, вырубил тебя? Блин, у меня вообще все идеально, у меня... Яндекс, Google, все быстро запускается. Но у меня Twitch не работает. Че, если я Twitch вырубился? Бля, ну, то есть у меня главная страница Twitch не запускается. А, нет, теперь... Ну, это теперь... конец Electronic Arts. В прямом смысле этого слова. Это конец для них, будем откровенны. Что бы с этого делать дальше им? Во-первых, они даже не смогли трансляцию по-нормальному до конца довести, она вырубилась у них. Ну, я считаю, ну, пока что самая лажовая презентация. Пока что самая дерьмовая из всех. То есть, во-первых, она вырубилась у них. А, вот DreamHack, DreamHack тоже выключен. То есть, как это DreamHack выключен, чё? Во-первых, у них вырубилась просто эта конференция. Во-вторых, ничего не показали, да? Ну, то есть, то, что ожидали, показали, наверное, Need for Speed по-нормальному только. Ну, и звёздный, ну, Battlefront показали. Но Battlefront уж ничего супер такого нету. Невероятно. О, Нави проигрывает, кстати. А Нави, кстати, проигрывает. Ну ладно, на этом я пока что закончу. Сейчас я перезапущу стрим, а потом перезапущу еще раз, когда начнется Ubisoft, поэтому... Stay tuned! Stay the fucking tuned! Нет, мне нужно вначале еще переименовать, наверное, этот. Нужно переименовать стрим. Кто включил сам мод? Отключите сам мод. Так. Как это дерьмо отключить? Ладно, мы сейчас вернемся через сколько-то, ну скоро мы вернемся.